Это, конечно, жестко вообще. Это, конечно, жесть. Ничего не осталось. Эти Жигули просто замяли в хлам. Пробка сумасшедшая. Из-за тумана, конечно, из-за тумана. Еще и газовое оборудование. Да, это вот въезд в Одессу вот начинается. Я даже не представляю, как смяли эту машину красную, если у нее ничего не осталось. Скажите, пожалуйста, все живые? Да. Да, слава богу. Судя по этой машине красной, вообще... Блин, реально, шел пассажир, и дочь его, шел водитель, просто не то, что в рубашке, я не знаю, в чем они родились. Да я вижу по машине, что-то... Просто... Пассажир спереди. Так я хочу посмотреть сейчас спереди. Слава богу, все живые, но я, если честно, в шоке при таких повреждениях. Как можно вообще, вон, вырезали их. Как при таких повреждениях можно остаться живым? Это просто что нереально. Я даже не знаю, к этой машине подойти. Вот место водителя. Как-то можно остаться живым? Ты вообще себе не представляю. Сзади. Это, конечно, сейчас скажу, сколько здесь машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять машин. Девять машин. Я даже не знаю, как показать вам это вообще просто жесть. Вот стекло его, кажется. Повреждения, конечно, сумасшедшие. Повреждения, конечно, сумасшедшие. Блин, это все, конечно, скорость и туман. Скорость и туман. Просто так ДТП не совершаются, если не нарушается. Правила дорожного движения. Ну, как-то так. Самое главное, что все живы. Я еще раз покажу вам этот автомобиль. Я не представляю, как здесь водитель остался жив. Вот, руль у пассажира. Руль уже у пассажира. Сиденье. Ну, блин. Это, конечно, жесть.
сверху посмотрю. Сумму аккуратно перейти. То есть туман вылетает, ничего не видно. Все, всем пока.